Как у бабушки. Ну, это мы видели с вами. Интересно. Ну, для бабушки, что она ребенка не забывала. Откуда бабушка не забывала? Бабушка, она раньше жизнь, вот ты похожа на чучу. Крокодилы бабушка будут сейчас. Честно, могут быть? 100%. Да. Потому что ну свамп, то есть змеи бывают и крокодилы. White ibis. И на меня посмотрите. И туда дальше. Вот. Так, на меня все посмотрели, на меня. На меня все смотрят. Хорошо, и птичка как раз полетела. Это цапли или... Вот, мама, смотрите, настоящие болота. Вау! Wow. Корни красивые. Па, смотри. Стоит просто там. Ух ты, это что, живая? Да. Класс. Живая. Голову поворачивает. Баба, а может она просто так? Не-не-не, живая. Голову поворачивает. Класс. Да, вот для него. А мне кажется, не живая. Я только двинулся. Это не Диснейлэм, класс. А вот такие болот. Вот, смотри, Вова, смотри. Пошла, вижу. А как она аккуратно идет. Ой, а там он сидит на дереве, вон филин какой-то или еще что-то, видите? Тут надо внимательно смотреть, они здесь везде. А вон там... Красавицы какие он белые. И вот все деревья в птице. Как они высоко сделали сетку, молодцы, а? Вы же деревья сетки, да? Ну да. Класс. Мне вот этот серый пеликан был. А вы не хотели сюда идти, я хотела, наоборот, ради птицы хотела идти. Класс, они покупались и было. Разве тебя спустил? Ой, какие мордочки. Смотрите, раз и в норку. И показала, продемонстрировала все, что может. А вы говорили. А потом там эти бегают рак. Крабы где они? Маленькие. А там точно, смотри, крокодил заразился. Он страшно. Пошли нам. Да нам пофиг. Да он не подходит. Вот и посмотрели лесу даже.
Вот так, значит, мы с вами. А? А? Ну, вот.